Роза Бургунди Айс. Это Флорибунда. Мне очень нравится цвет у нее. Фотоаппарат и видео его по-настоящему передать не могут, но цвет у него как цвет буряка. Такой приблизительно. Цветет она все лето. Цветы, конечно, у нее держатся не сильно долго, но они такие красивые, что ими всегда хочется любоваться. Кустик у нее где-то 80 сантиметров. Второй мой корни, собственно, даже чуть выше. Я думаю, она может вырасти и больше, и до метра. Но бутончиков у нее очень много. Красивая роза. Рядом возле нее посажена ход какао. Тоже интересного цвета она. Вот смесь красного и коричневого. Это тоже флорибунда. Тоже листики у нее блестящие. Это флорибунды, которые ничем не болеют. И бургунди айс, и вот какао. Цвет, конечно, у нее всегда меняется, всегда разный. Бывает и бордовый, бывает более выражен коричневый. Красивая роза. Та веточка уже выросла где-то до метра. Бутончиков еще будет очень много. Это только она начала цвести. Вот продолжает еще цвести Рапсодия Эмблю. И цветов у нее будет еще много. У нас идут все время дожди. И поэтому очень тяжело бороться с тлей. Уже два раза брызгали розы. Утром побрызгаем, вечером уже пошел дождь и смыл все. Тля ушла, теперь опять начинает появляться.